Предлагаю разместить вашу рекламу в рассылках на 1000 подписчиков легальных сервисов e-mail рассылок Smart Responder и JustClick. Подробнее по ссылке ниже этого видео. Всем привет! Мы продолжаем нашу серию видео распаковок из Китая. Кто уже смотрел предыдущее видео, тот знает, что я провожу эксперимент. Мини-бизнес такой решил открыть. Закупать товары через интернет в Китае и продавать в своей группе ВКонтакте. Но в данном случае я сделаю небольшое исключение. Этот товар не из Китая, этот товар произведен в России. Я его продаю уже несколько лет, и мне показалось интересно будет познакомить вас с этим товаром. Это наклейки на телефоны, на различные там компьютеры, телевизоры, на ноутбуки, которые защищают от неблагоприятного воздействия лучей. Там ультрафиолетовых или какие вообще лучи вредные идут. Эти наклеечки защищают. Значит, из чего эти наклейки состоят? Природный минерал шунгит, который очень редко встречается на Земле. Даже в одной статье в интернете прочитал, что был такой метеорит, где-то в России упал, там поселок то ли Шунга, то ли Шунгит. И поэтому он только в одном месте и встречается на Земле. И в честь поселка, куда упал метеорит, когда-то там очень-очень давно, этот минерал и носит такое название. Но покопавшись получше в интернете, я убедился, что, скорее всего, это не так, потому что он хоть и редко встречается, он даже в Казахстане, и такими прослойками в 30 сантиметров. Во многих сферах шунгит используется, например, в фильтрации воды. Считается, что он защищает от неблагоприятного воздействия телефонов, различного излучения, которые от наших приборов различных идут. Вот, и делают в виде наклеек. Есть сертификаты качества. И тут даже приведена диаграмма. Значит, исходное состояние биополя. Биополя под воздействием мобильного телефона, который работает. И биополя под воздействием мобильного телефона, ну, когда уже на нем наклеена наклеечка. Вот сейчас тут различные рисунки совершенно есть. И женские тематики, сердечки, там китайские иероглифы, знаки зодиака. Вот. Вот возьмем, например, вот такую наклейку «Тигр». Это год «Тигра» был, и поэтому у меня еще остались такие наклеечки. Вот наклейка, телефон. Снимаем защитную пленку и наклеиваем на любое место в этом телефоне. Вот. Пожалуйста, наклеили. Вот так он будет выглядеть. Там где-то примерно толщина, я думаю, миллиметра 2-3. Такая немного выпуклая. Не знаю, вот я так покажу, насколько это удобно кому-то будет. Ну, знаете, если на ноутбук наклеивать на экран или куда-нибудь еще, там на крышку или на телевизор, то, я думаю, это не помешает. И многим и на телефон тоже не помешает. У некоторых я видел на ноутбуке таких наклеек, там штук десяток наклеено. Наверное, уже все излучение абсолютно убивается, по их мнению. Вот. Ну, собственно, все, о чем я хотел рассказать. Эти наклейки я размещу в своей группе ВКонтакте, вы увидите их. Ниже этого видео будет ссылка на группу ВКонтакте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментарии. Ждите следующих видео, следующих распаковок товаров из Китая. И я обязательно расскажу, что у меня получается продавать, что не получается, и что и как я зарабатываю на таком мини-бизнесе, как продажа товаров из Китая. До следующего видео. Всем пока!